Гузель Бутакова следит за игрой соперниц и готовится к очередной схватке. Представительница команды Заинского района учится в Казанском государственном аграрном университете. При возможности участвует в различных соревнованиях, отстаивая честь родного края. До университета занималась легкой атлетикой, но вот когда перешла, что-то переклинила и начала заниматься волейболом. И с первого курса. Вот четвертый курс уже занимаюсь, и мне очень нравится. И не пожалела. И как часто вот участвуете? Да, часто. Я в большей степени участвую у себя в университете, но по возможности всегда стараюсь приезжать в Заинск. Финальные игры чемпионата Татарстана по волейболу проходили в течение 3 дней в Мамадышской спортшколе «Олимп». В соревнованиях приняли участие 8 женских команд сельских районов. По словам главного судьи мероприятия, в рамках 19-й спартакиады «Соляноклик» все они являются лидерами своих зон. Да, конечно, развитие есть, это видно, и появляются новые, молодые игроки, и в районах, и многие тренера уже проходят, и курсы тренерские, уровень повышается, это очень заметно. Лидерами у нас традиционно, из года в год, в общем-то, почти одни и те же, это Мамадышский район, Буинский район, Сармановский район, Сабинский район. Ну и остальные тоже команды подтягиваются. То есть это спорт, здесь все может произойти. Выиграть может любой. В полуфинал соревнований вышли волейболистки Арского, Мамадышского, Сабинского и Буинского районов. Играли с Арским районом. Сыграли 2-1, выиграли. Там игра была чуть потяжелее, так как она была первая. Мы играли после дороги. И также играли с Заинском, выиграли 2-0. Ну, та игра тоже была не очень сложной. Все было хорошо. В матче за 3-е место победу одержала команда «Сабов». В финале мамадышцы обыграли буинских волейболисток и стали обладателями золотой медали. Паузия Нургалимова, Ильнур Юнусов, Тимур Махметханов, Фаиль Шахудинов. Новости Татарстана.